Мы ехали в потоке со скоростью километров 40, не больше. И вдруг на нашей полосе легковая машина выезжает на встречку. Сбивается грузовик. В малейшие секунды грузовик едет на меня. Я понимаю, что мне надо от него уйти. Я ухожу, вдруг хлопок. И когда я открыла глаза, шел дым. И моя сотрудница рядом со мной, сидя, Юля, выходит. Она мне помогла выйти. Чувствую себя очень плохо. Все разбито. Врачи просто говорят лежать. Осколки до сих пор с глаз и с лица идут постепенно. Секундное столкновение. И слава Богу, что у меня еще с ориентиром все в порядке. Я смогла уйти, и лобового столкновения не произошло. Я осталась благодаря этому жива. Помимо глаза у меня болит все тело. Грудина, поясница, лопатка. Я с кровати сидеть спокойно могу, но ложиться, вставать мне очень тяжело. Боли очень тяжело. И хотя я на обезболивающих, но все равно очень тяжело.